Всем привет, с вами Брогеймер. В этом видеоролике я хотел бы рассказать вам, как пользоваться одним очень интересным приложением. Называется оно Beam Music Player. Ну а также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформе Google Play или же App Store. Но на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на канал, ведь меня смотрят больше всего людей без подписки, подружитесь, мне действительно будет очень приятно. Но мы начинаем сам видеоролик в целом, то есть вот. Итак, при входе в это приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Сразу бы хотелось отметить, что само приложение в использовании также максимально легкое. Вряд ли у вас будут возникать какие-то трудности по типу «что, как, куда зайти», потому что приложение целиком на русском языке. И как бы, то есть, вот, в таком случае вряд ли у вас будут какие-то проблемы. Тут обычный музыкальный аудиоплеер, то есть, вот, вряд ли он чем-то отличается от других музыкальных плееров, как бы они все построены по одному шаблону. И если у вас будут, как бы, вот, ну, то есть, проблемы внутренние при использовании самого приложения. То есть вот не как бы, ну вообще имею в виду, то есть не в телефоне какие-либо проблемы, а в самом приложении. Но в таком случае нужно написать будет техподдержку, конечно, самостоятельно, вы все это дело не уберете, потому что там разные баги. Это все ошибки в самом приложении, как бы то, что вы сами убрать никак не сможете. Пишите техподдержку, они решают, убирают, ну в общем-то на этом как бы уже все. Но сейчас, если вы вдруг действительно еще чего-то не поняли при использовании этого приложения, то просто пишите в комментариях под этим видеороликом, и я вам постараюсь объяснить, что к чему. Ну, а на этом я буду завершать сам видос. Спасибо каждому человеку, кто это смотрел вот до самого конца. Прямо сейчас опуститесь в описание, не забудьте поставить лайк на этот видеоролик, написать комментарий, подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Это будет максимально приятно, что вы можете сейчас для меня сделать. Ну а на этом я завершаю сам видос. Спасибо еще раз каждому, кто досмотрел до самого конца. С вами был Брогеймер. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике.